Идет задержание подозреваемых в нарушениях. Сажают. То есть полиция работает. Да, Сань. За других людей. Определенных удостоверений пока нету. А определенное удостоверение, если штраф возникать, как сказали, сложности, то у людей появится дополнительное удостоверение. Спасибо за вчерашнее видео. Еще раз, в чем предполагается, да, то есть человек, который был условно, в данном случае Лебедев Александр Васильевич, на самом деле, когда он приходит в избирательную комиссию и показывает вот паспорт обложку, то ему выдают бюллетень и предлагают расписаться за другого человека, который прописан или приписан к этому участку, а, соответственно, этот, так называемый Колюсевич, не участвует в, или не прописан здесь, не имеет права голоса. Ему дают бюллетень, он голосует, как ему надо. Это паспорт. Это я для примера. Но ценник ему клеит. Да, на видео, соответственно, все сказано. Он как раз посмотрел, говорит, да у тебя регистрация в Челябинской области. Вы не бойтесь, все схвачено. Полиция максимум, что сделает, на вас вылечит. Потому что все люди на участке нашей, то есть полиция, для того, чтобы опознавать результат. Чтобы не каждому каждому же выдавать. Не за каждый должен согласовать до 10. То есть выдача бюллетеня — это минимум незаконно, как бы административная. Минимум административная статья.